Глава Татарского района Юрий Маркленович Вязов не только пожелал призывникам хорошей службы, но и лично познакомился с каждым, узнав, кто в какие войска хотел бы попасть. Постников Артем Николаевич, город Татарск, военно-морской флот. Понятно. Воинов Тимофей Олегович, автомобильные войска. Понятно. Поповский Владимир Владиславович, город Татарск, спецназначение. Пользу надо максимально взять от службы, отслужить достойно. Вас ждут родители, родные, близкие. Вы нужны. Вы дороги всем нам. Сибиряки всегда и были надежными боевыми товарищами. И держали марку сибиряка, честь, ну и слово держали. К словам главы района присоединился глава города Татарска Алексей Васильевич Сиволапенко. Всегда сибиряков, так скажем, планировали и хотели видеть на должностях нашего состава командного. Командир отделения, замкомандир взвода и так дальше. Поэтому стремитесь к лучшему. Возможно, армия станет вашей жизнью в дальнейшем, потому что сейчас действительно прекрасные возможности есть. В устройстве жизни прекрасная зарплата. Весенний призыв 2020 года сместился на полтора месяца по известным причинам. Большинство призывников Татарска попадут в центральный и восточный военные округа. Половина из этих юношей отправится на Дальний Восток. Работа проведена с вами очень серьезно. И требования, которые будут предъявляться к вам, тоже очень высокие. То есть практически на вас будет возложена очень большая ответственность по защите нашей Родины, нашего государства.